Всем привет, это обзор скетчбука. Начала я в 2022 году. Попал он ко мне в руки от сестры. Вот такая обложечка с наклейками, с геншином. Сзади вон Эмбер есть. Вот он разворотик первый. Это картинки моей сестры. Ее паблик я укажу где-нибудь здесь. Вот. В этом скетчбуке будет немного скетчиков и разных работ от других художников. Я буду говорить, если это чужие работы. Вот, так что увидите. Здесь у нас разворотик со скетчиками, с цветными. Это работа вот от художницы от одной. Вот. Здесь даже внизу дата написана. 23 июля 2022 года. Вот. Ну, тут ничего особо интересного нету. Здесь у нас вот это. Будет тоже несколько раз в скетчбуке встречаться. Персонажка из очень классной игры одной из художниц. Арима, я ее укажу тоже вот здесь. У нее очень классная игра, я всем советую посмотреть, поиграть. Вот опять персонажка Арима. Какие-то скетчики, это персонажи других людей на реквесты. Я сюда нарисовала маленькие плесинки и приклеила кусочки от обертки от мамбы. Собака. Вот, мне тут еще листик вырвался, поэтому я его приклеила на цветной скотчик, чтобы никуда не попал. Вот. Это я хуманизировала какую-то из пончиковых и через какое-то время перерисовала ее карандашиком. Вот. Это тоже чужой персонажик. Какие-то вот скетчики маленькие, небольшие. Это хуманизация краба, классного, очень красненького. У него на груди похожи на черепки вырезы. У меня есть еще в новом скетчбуке тоже такая же хуманизация того же краба, только она уже выглядит по-другому. Сейчас я вам покажу. Вот. В новом скетчбуке вот такая вот хуманизация этого же краба. Потом этот обзор тоже, этого скетчбука тоже обзор сделаю. Ну вот. Дальше у нас моя персонажка по Steven Universe гематит и жемчуг. Тоже как из моей вселенной, но я ее не продумывала. Это стадик с картинки. Всякие вот маленькие скетчики по краям. Это мои персонажи, их тут будет довольно много. Это Руфи, Орех, Акира, тоже Акира. И персонаж, которого я еще не продумала, не сделаю ему референс, но он тут тоже будет. Это акварельная работка маленькая. Я ее рисовала, когда мы сплавлялись на теплоходе. Было скучно, было нечего рисовать. Вот. Это скетчик одной из моих подруг. Тут даже дата есть. 6 августа. Вот. Здесь маленькие скетчики ручками черными и розовенькими. Акира. Вот персонажик. Куча всяких рандомов. И опять мои персонажики. Руфи, Орех. Скетчики с реальных людей. Опять Акира. Вот. Тоже мои персонажики. Это закрытый вид. Хуманизация закрытого вида. Который мне достался от знакомого. Вот. И крысеныш, мышеныш.
его гуманизация, ну я бы не сказала гуманизация, скорее фуризация. Вот, но вот они тоже тут будут иногда встречаться. Орех, Руфи, опять. Ну вот, тоже акварельный скетчик. Это персонажка из игры My Time Portia. Тут еще вот несколько персонажей дальше будет оттуда же. Это всякие штучки, которые находились у меня на столе и просто вот рядышком, и я решила их зарисовать. Тут узор на ложке, чайный пакетик, игрушка кота, которого зовут Игорь, две заколочки, скрипыш, и я вот сижу, мерзну в пледике. Вот. Тут у нас это тоже персонажка из игры My Time Portia. Вот, это тоже персонаж из игры My Time Portia. Мне очень нравится эта картинка, одна из самых любимых в этом скетчбуке. Вот. Тут страничка спящих людей, спящих по-разному. Кто-то полностью закрывается, кто-то до носу, кто-то вообще валяется, как хочет вообще. На парте спит. Когда хочется спать, я вот, рисую спящих людей, чтобы мне меньше спать хотелось. Вот. Еще тоже персонажка из игры My Time Portia. Тоже оттуда же персонаж, незаконченный. Жалко, конечно, но что поделать. Вот. Это тоже мой персонаж. Я делала его полноценную раскраску референс в своей группе. На нее будет ссылка в описании. Вот. Это тоже небольшая наработка с ним. Рисуночек от другого человечка. Тоже этот же персонажик, занимающийся своими делами. Тоже скетчик от другого человечка. Тут даже дата написана. Акира. Тот самый персонаж, который пока неизвестен. Еще Акира. И еще один вот этот вот персонаж, который неизвестен. Тут я пыталась подобрать ему подходящее лицо. Писал какие-то небольшие факты о нем. Маленькие зарисовочки. До полноценного референса пока не дошло. Это маленькая анимешная девочка в углу. И вы знаете, вот из звонка вот эта вот жуткая девочка. Вот я решила что-то похожее все тут нарисовать. Просто так, почему бы нет. Это гуманизация украшения. Там был такой золотой жучок или муравейчик. И я решила, почему не загуманизировать. Вот. Тут у нас маленькие скетчики карандашиками. Ручкой что-то тоже такое маленькое. Вот. Тоже совершенно немногозначительные скетчики. Просто персонажики маленькие. Вот. Какие-то вот малюсенькие вообще тут детальки. Вот. Тут у нас какое-то божество. Просто стоит, пьет чай, что-то делает. Это стилизация ягодок разные, которые я вот решила попробовать. Просто посмотреть, что мне больше нравится. Тут у нас скетчики реальных людей. Котик. Я, которая постоянно все забываю. Вот. Гифт от еще одной классной художницы. Вот, у нее тут написан ник. Можете потом поискать, если захочется. Это небольшие наработки, скетчики для одной из камишек традиционных, акварельных. Вот. Здесь кривая перспектива. Девочка классная, но с кривой перспективой. Вот тут с разными ракурсами, там с ног, с головы. Ну, мне, в принципе, нравится эта страничка. Прикольная очень. Вот. Опять маленькие многозначительные скетчики. Скелетик. Какой-то костюм. Возможно, я хотела перерисовать какой-нибудь костюм из Геншина, но я уже не помню, чей это мог бы быть костюм. Вот. Здесь у нас просто какой-то персонаж. Возможно, тоже гуманизация, но я уже не помню чего. Тут у него есть глазик, хвост скорпиона, классненькие штанишечки такие.
Вот. Кофта в сеточку. Девочка, играющая в бадминтон. Маленький скетчик с Барбарой. Еще Барбара. И куча пустого места. Беннет. Полный рост. На коленочках. Маленький портретичек вот такой вот. Овечка с ножом. Почему бы нет? Маленькие скетчики с моими персонажами. Это опять Акира, Акира и Акира. И две Руфи. На детском утреннике. Акира у нас играет роль принцессы, а Руфи играет роль дракона. Это усик моего кота. И наклеечки из этих автоматов, которые там по 10 рублей. И там была маленькая покемоновская фигурочка. И вот три наклейки с ними. Wednesday, когда она была на пике своей популярности. Я никуда не выкладывала эти скетчики, поэтому вот только вы их видите. Ну вот, опять Руфи, еще Руфи. Какой-то милый улыбающийся эльф. Консультант. Опять девочка из игры Альма. Вот. Тоже мои маленькие персонажики. Никому не известные, даже мне, просто наработочки. Цветочек маленький. Наброски открыток новогодних. И вот опять мои персонажики вот здесь вот с кем-то болтают, сидят за столом. Здесь у нас куча рандомных скетчей, наклейки. И тот самый персонажик мышонок-крысёныш. С кучей всякой маленькой сладкой фигни. И очень классные скетчики ручкой с разной толщиной линии. Мне они очень нравятся. Тут у нас есть два скетчика с моим хэдканоном Венти, по которым я сделала полноценную работу, которая тоже есть в моем паблике. Здесь у нас просто тоже рандомные скетчики. Мальчик в платьюшке, девочка со звездочками. Здесь тоже мои персонажики. Такие фигурки с ангелочком и демоном. Фарфоровые. Вот. И их какие-то сколы, они отражаются на внешности персонажей. Вот, то есть у ангелочка, например, есть скол на лице, и он тут такой видимый. А у демона на руках. Вот. Тут тоже вот скетчики двуцветным карандашиком. Оранжевенький, синенький. Смотрится красиво, приятно. Это Люцик, Люциус. Тоже один из моих персонажей. Грустный, печальный щеночек. Очень редко появляется. Это демоненок, тот самый, с предыдущей страницы. Тут портретики, эмоции. И очень красивая картинка с разноцветным карандашом. Я люблю им работать. Он мне очень нравится. Здесь у нас тем же цветным карандашом девочки. В разных одежках с разными прическами. Девочка-пицца. Вот так вот. С кувалдой в виде сердца. Мне нравится ее выражение лица вот здесь. Дальше у нас Йена. Очень классный проект анимационный у одной из иностранных ютуберш. И это как фан-перска по нему, но я ее не реализовала. Референса у нее нету, поэтому вот она просто тут сидит. Рандомные скетчики. Здесь тоже скетчики рандомные, цветными карандашами, карандашом многоцветным. Очень классная страничка, и я ее обожаю, в частности, за счет этого котика лысого. Мне очень нравится, как у него легла шапка, и он такой весь стилевый, маленький, хорошенький. Это опять ангел-демоненок. Здесь у меня такие более резкие штришки, более сильные,
надавливающий на бумагу. А здесь что-то такое более спокойное и воздушное. Тоже один из моих любимых разворотов в скетчбуке. Куча скетчиков синей ручкой. Это опять вот эти вот персонажики тоже из игры Айма. Акира, еще один Акира. Я. Я себя рисую ежиком. Это два персонажика из игры Пику-Нику. Забавная, классненькая. Советую поиграть. Это небольшой такой уголочек для Гнинзяга. Зейн, Ния и Кол тут еще есть. Вот они тут вместе. Это прикол из одной из серий, которые я просто обожаю. И еще Ния. Куча пустого места. Это фан Оска по психонавтам. Мне очень понравилась игра, и первая, и вторая. Я дико кайфую с атмосферы, с фанов, с самого сюжета. Вот. Это мой психонавт-ребеночек такой, в наушничках. Кривой раз. Не смотрите на него. Опять я. Это Руфи. Тоже одна из моих персонажек, которую я довольно редко рисую. Какие-то супер-мега-анимешные скетчики вот здесь вот. Night in the Woods. Очень классная игра. Всем советую. Тоже мои персонажики из старого скетчбука. Про них не особо что-то много известно. Они вот просто есть. Маленькие, хорошенькие. Капибара. Что тут у нас дальше? Это мне нарисовала моя подруга. И она решила перерисовать в моей стилистике ее девочку. Вот. Тоже маленькие скетчики. Акира. Какая-то супер дискочувиха. Вот эта страничка тоже одна из моих любимых. За счет классных разводов акварельных вот здесь вот. В частности, мне вот эта картинка очень нравится, потому что она вся такая сжатая, прикольненькая, текстурированная здесь. Со шероховатостями, с штришком. Вот. Это моя персонажка по Хогвартс Легаси. Вот опять Руфи. Маленькие скетчики. Опять девочка-убийца. Уже две девочки-убийцы в одном скетчбуке. Странно, наверное. Опять Руфи. Это раскадровка одного из моих снов, кошмаров, в котором мы видим призраков такими страшными, жуткими силуэтами. А они нас видят точно так же. Вот. Куча скетчиков цветными карандашиками. И вот здесь я попробовать разные степени размывания и надавливания. И вот такие эстетичные маленькие картиночки вышли. Вот. Тут у нас тоже сили скетчики маленькие, не особо значимые. Маленькая миленькая анимешечка. Опять ангелочек вот здесь. Вот. Эльф. Маленькое облачко. Муравьед. Очень жуткий. Не знаю, зачем его таким нарисовала. Это тоже скетчики от моей подруги. Это я тоже перерисовала. Мягкие игрушки с Пинтереста. И скетчики вот здесь вот по игре Sky Kotl, Sky Children of the Light. Очень классная игра на мобильных устройствах. Мне очень нравится. Эстетичная, красивенькая. С классной музычкой. Вот. Тут куча девочек. Какой-то кот-клоун. Всякие маленькие скетчики. Вот. Тут что-то такое эмоциональная. Мне очень нравится вот эта чашка со сколом. Она очень красиво и эстетичненько выглядит. Необычненько. Опять Sky.
маленькие скетчики. Опять я. Вот. Дедуля. Один-единственный во всем скетчбуке. Вот он сидит. Страшный Аронары. Из Геншина. Я Пупышка. Маленький зайчик. Опять классный скетчик. Тоже обожаю, потому что такой чебишненький, маленький. Выглядит сильно. Опять я. Пацанчик, рыбачел. С шапкой рыбной, с хвостом. Тоже классный, тоже мне очень нравится. Акира. Опять. Здесь у нас пошел такой ход в сторону акварели. Тут я хотела сделать более милую картинку. Там, где у девочки просто из рта вылетают звезды, но каким-то образом я закрасила черным рот. И в итоге это теперь выглядит как хоррор-картинка. Очень грустно, ну ладно. Вот. Тут у нас разрисовочка акварельная. Все еще разрисовочка. Возможно, это тоже гуманизация какого-то украшения, но я опять-таки не помню уже какого. Орех и Руфи. Очень классный скетч, люблю. Очень эмоциональный, красивенький. Единственный такой во всем скетчбуке. Вот. Маленькие скетчики обычным розовым линером и акварелечка сверху размыла. Дальше у нас очень классная работа. Блестящая такая. С девушкой в классном платьишке. С накидочкой, со знаками зодиака. Очень нравится этот разворот. Недоделанная картинка, которую тоже хотела покрасить акварелью, но руки не дошли. Маленький скетчик, гуманизация кулера. Тоже чебишненький такой. Персонаж Ферц. Одной очень классной художницы. Персонажик из Welcome Home. По-моему, как-то так игра называлась. Классненький очень персонаж. Дальше идут скетчи по персонажам из игры Кукеран. Я ее очень люблю, она очень классная, персонажи там тоже суперские. Две Hello Kitty. Вот все еще персонажики оттуда. Все еще персонажики оттуда. Карандашиками цветными и обычной черной ручкой, и все. И вот такая вот красота. Стильненькая, эмоциональненькая, красиво упакованная. Тут все еще персонажики оттуда. Недорисованная картиночка. Бабуля вяжет. Злая. Обычные скетчики. Внезапно. Перерыв такой. Тут опять моя подруга нарисовала маленький скетчик. Какой-то очень странный мумитроль с длинными ушами. Девочки из «Я краснею». Просто какие-то персонажики. Классненький котик такой весь с волнами. Опять скетчики от моей подруги. Что-то очень такое карандашное, мягенькое. Это какой-то, видимо, злой персонажик. Мне очень нравятся эмоции, потому что она необычная для того, что я рисую. Какие-то маленькие наработочки. Коридор. Это я взяла в руки неоновые карандаши. Мне захотелось чего-то необычного. Опять Кукеран, потому что я могу, потому что я умею. Мне очень нравятся все эти карандашные набросочки. Особенно плащик у вот этой печеньки, потому что у нее тут очень много цветов. И выглядит это очень интересно со стороны разглядывать. И последние два скетчика, тоже с персонажиками. Я хотела закончить тут страницы, но руки так и не дошли пока. Вот у нас еще есть последняя страничка. Там у нас пусто. И тут у нас маленький скетчик Луз из Дома совы. Какие-то штришочечки. Маленький стишок. Забавный, милый, странный. Не знаю зачем. И обложечка с кучей наклеечек. От фруктов, от чего-то еще. Тут вон даже блестящая есть. Вот. Ну и получается это все. Вот.
Скетчбук, конечно, не до конца законченный, но, возможно, в будущем дорисую последние страницы и отсканирую и выложу в свой паблик. Всем спасибо за просмотр, за то, что посидели, поглядели. Если вам интересно, напишите в комментарии, я могу снять обзоры на другие скетчбуки или спидпейнтить в традишке. Всем спасибо, всем пока!